Маяковка ведет свою историю с 21 июня 1946 года. В этот день вышло постановление Совета министров СССР под грифом «Совершенно секретно», которое разрешило конструкторскому бюро 11 открыть массовую библиотеку на объекте. Полгода ушло на подготовительную работу. Первых читателей начали обслуживать в январе 1947 года. В юбилейный год библиотека приглашает всех горожан присоединиться к празднику и принять участие в поздравительном марафоне. И, как принято в последнее время, сделать это нужно онлайн. Поздравительная аудио- или видеозапись может содержать воспоминания моментов жизни, связанных с нашей библиотекой. Это может быть впечатление о посещении, о первом посещении библиотеки, а может быть рассказ о книге, из которой получены ценные знания, и взята она была с полки нашей библиотеки. Библиотекари бережно хранят первый журнал учета посетителей. Туда записаны Юлий Борисович Харитон, Павел Михайлович Зернов и Андрей Дмитриевич Сахаров. На конец 1947 года библиотека насчитывала 542 читателя. Сейчас в Маяковку записано 30 300 саровчан. Мы для этого и создаем марафон поздравлений, потому что у нас есть очень интересные люди в нашем городе. И мы хотим как раз-таки показать нашим горожанам, какие у нас есть читатели. Поздравления принимают до 10 мая. Затем их смонтируют в единый ролик и разместят на сайте библиотеки 27 мая. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.